В Славянском районе завершилось открытое первенство Краснодарского края по баскетболу среди мужских команд ветеранов. Возраст участников турнира 45 лет и выше. Первенство проходило в течение 3 дней. Побороться за победу приехали команды из городов Краснодара и Новороссийска, Крымского и Славянского районов. Общий охват участников составил 42 человека. Игры получились зрелищными и напряженными. За победу команды боролись до последнего. Но спортивная удача в этот раз была на стороне баскетболистов из Краснодара. По итогам соревнований они заняли первое место. Вторую ступень пьедестала почета заняли спортсмены из Крымского района. Бронза у новороссийцев. Славянцы в этот раз смогли стать только 4-ми.